Со слезами на глазах во Франции проводили панду по имени Юань Мэн. Медведь, который родился в 2017 году и все это время был звездой зоопарка Боваль, возвращается на историческую родину в Китай. Юань Мэн, имя которого означает «воплощение мечты», теперь поселится в центре разведения панд в Чэнду. Повидать его напоследок приехало множество людей, а супруга президента Франции Брижит Макрон попрощалась с пандой в аэропорту. Я наблюдала за тем, как она растет с самого ее рождения. Часто спрашивала о ней у директора зоопарка Рудольфа де Лорда. И я обязательно приеду к ней в Чэнду. Уверена, что ей будет хорошо в Китае, но думаю, что и Францию она не забудет. Об этой панде знают все не только в Париже, но и по всей Франции. Ее часто обсуждают. Думаю, что никакое животное еще не удостаивалось такого внимания. Директор зоопарка Рудольф де Лорд отметил, что панды – это символ мира и дружбы Франции и Китая. Совместная забота об этих редких животных внесла огромный вклад в развитие отношений между двумя странами.